Здравствуйте, друзья! У меня появился любимчик, и это лаванда. Хотя любимчиков иметь не педагогично, но не могу восхищаться ее красотой. Вот оно цветение лаванды. Наконец-то. Лаванда вообще бывает двух видов. Бывают колоски эти, они такие пошире. Вот, а бывает вот это вот самый классический вид с мелкими колосками, мелкими цветочками в колосках, густо собранными. И вот так это выглядит. Лаванду я посадила второй раз. Первый раз моя встреча с ней была очень неудачна. Она у меня росла года 3 в горшке, просто разрослась в огромный куст и не цвела. Не могла понять, в чем дело. Эту лаванду я купила вот очень интересным шариком на штамбе. Вот она вот так вот была, это сейчас отросли колоски, но потом она сострижется, она также будет аккуратным ровным шариком, что позволяет ей выглядеть декоративно в течение всего года, круглого года, даже когда она не цветет. Совершенно случайно. В этот раз я тоже эту лаванду купила в прошлом году, летом, как раз в это время, в июне месяце. И, ну, просто мне понравился сам кустик. Думаю, да, боже мой, так же не будет цвести, ну, хотя бы, ну, кустик симпатичный. Вот. И совершенно случайно я ее пересадила и хорошо удобрила перед зимой. То есть, ну, мне пришлось пересадить, там был совсем малепусенький горшок, вот, в горшок побольше, это, ну, это, где-то я это сделала в августе месяце, хорошо ее удобрила, думаю, ладно, пусть растет. И я понимаю, что это сыграло самую ключевую роль для того, чтобы она на следующий год зацвела, потому что лаванда, как оказалось, образует вот цветочки очень рано. То есть у нее уже начали наклевываться вот эти цветочные почки, ну вот, которые потом выросли в такие колоски и зацвели. Они уже где-то в конце марта, в начале апреля, в самых первых числах апреля. Учитывая, что, ну, все горшки я удобряю и пересаживаю где-то в конце апреля, то получается, что для того, чтобы ей было расцвести, у нее не хватало сил, у нее не хватало удобрений. Почему-то я раньше заблуждалась, что лаванда должна цвести в июле-августе. Все это не так. Вот сейчас июнь месяц, середина июня, а цветет она у меня уже недели две. Очень долго образуются эти колоски. Долго. И я смотрю, цветение тоже будет долгим. То есть вот сейчас она таким красивым синим облаком, она у меня уже цветет недели две, и я вот прямо вижу, что очень много еще колосков, которые даже еще не распустились. То есть я думаю, что это цветение продлится еще как минимум недели три, а может быть даже месяц. Конечно, со временем придется колоски срезать, которые более, ну, зацветшие. То есть она как бы вот не всеми картами показалась. То есть не всеми цветками цветет. Они у нее даже несколько последовательны. Что хочу еще сказать о лаванде. У меня для нее очень прохладная зимовка. Я ее даже не заносила под укрытие, потому что я подумала, что такое, господи, растет она в своем Провансе, там у них зимы еще более суровые, чем у нас в Сочи. Единственное, да, когда было минус 1,8 у нас было ночью, все-таки я ее пожалела. А, думаю, горшок маленький, она не тяжелая. Я ее все-таки занесла в открытие, там, где я ее подогревала. Но хотя я так думаю, что можно этого и не делать, потому что у нее очень такая сухая листва, сухая растительность. В принципе, вот они, ну, видно, вот у них листья, они такие не, как сказать там, так, слово забыла, да что ж такое-то, не мясистые, вот, и поэтому она совершенно нормально переносит даже легкий заморозок, ничего с ней не случится, я не видела вот у нее обмерзания листьев, она мне где-то по структуре по своей напоминает, розмарин вот у меня растет, вот, и у него очень и стволик похож, и очень похожи листва. Конечно, пахнет. Ой,
ну, чем пахнет? Лавандой. К поливам тоже можно ее и подсушить, ничего и не будет. В принципе-то такое... Ну, довольно-таки неприхотливый кустик. А, причем она у меня стоит не на самом солнце. У меня здесь как-то вот все под крышами. Там и виноград завил, и как-то все под крышами. И дом загораживает, и как-то солнца-то такого палящего и сильного нет. Но, тем не менее, цветет. Вот хорошо завязала цветочки. А, что еще хочу о ней сказать? Конечно, она как балконное растение. Если у вас застекленный балкон, это прям вот здоровское. Потому что не так много в природе цветов с синими цветками, учитывая, что она, ну, так довольно-таки долго цветет, она у вас будет цвести месяц-полтора на балконе, и пахнет хорошо, и букетики можно собрать. Я вот хочу собрать, насушить, шкаф потом повесить, вот, ну, сделать мешочки в саше, чтобы в шкаф повесить в платяной. Ну, в общем, как-то так. Очень приятное растение, и вот оно у меня получилось со второй попытки.